программе формирования комфортной городской среды большая парковая зона в новостройках Арбана уже участвовала. В свое время проект благоустройства набрал более 6,5 тысяч голосов. Подрядчики вырыли искусственный водоем и укрепили его берега специальной сеткой. Район на тот момент еще только строился. И границы будущего парка существовали лишь на бумаге. Но сейчас, когда в Арбане проложены дороги и тротуары, ситуация изменилась. К благоустройству можно и нужно вернуться. Действительно, жилой район Арбан – это, наверное, самый молодой район в городе Абакане. И он очень сильно застроен многоквартирными домами. И здесь нет никакой парковой зоны, никакого сквера, большого такого зеленого уголка, где жители со всего района могли бы отдыхать. И в департаменте градостроительства был запланирован такой участок непосредственно под благоустройство парка. Скажем так, по проекту план таков, что парк должен получиться даже лучше, чем у нас всем известный Преображенский парк. Парк в новостройках Арбана по своей площади не уступит Преображенскому. Около 4 гектаров зеленой зоны. Искусственное озеро, кстати, появилось тоже не случайно. Забирает лишнюю влагу из болотистой почвы. Как говорится в концепции обустройства парковой зоны, в ней представлено все богатство невероятно красивой сибирской природы. И ландшафт самой Хакасии прежде всего. Леса, горы и степи с их голубыми озерами и реками. Он обрамляется несколькими улицами, да, и вот на каждую из этих улиц будет свой выход. Каждый выход планируется оформить, ну, в определенном каком-то стиле, да, возможно, даже этностиль, потому что все-таки у нас и район имеет такое же название, да, хакасское название. И надеемся, что парки тоже будут какие-то вот такие вот элементы использоваться. Помимо этого, здесь также планируются небольшие какие-то детские игровые площадки, игровые комплексы. Ну и рядом с этим парком в перспективе, мы все-таки надеемся, что у нас появится, будет построена и ледовая арена. Очень красивый новый микрорайон, и здесь парк просто необходим. Жилой район Арбан в столице Хакасии – очень яркий пример комплексного подхода к застройке города. Дороги, тротуары, многоэтажки и объекты социальной сферы возводятся почти параллельно. Для полноты картины не хватает лишь ледовой арены парка. Процесс можно ускорить, в случае, если в программе благоустройства на 2025 год появится и жилой район Арбан.